По словам руководителей коммунальных служб, снегоуборочная техника в 100% готовности к снегопадам. Однако порядок и качество уборки снега с городских дорог зависит и от самих граждан. Хотелось бы обратиться к владельцам транспортных средств в зимний период с напоминанием о том, чтобы при возможности не оставляли свое транспортное средство на проезжей части и не создавали помех для спецтехники, занимающейся уборкой улиц. Стоит отметить, что по узким дорогам нашего города среди сотен других машин проезжает и скорая помощь, и пожарная техника, и другие экстренные службы. Безответственная парковка одного автомобиля может повлечь за собой не только многометровые пробки, но и сыграть роковую роль в чьей-то судьбе.